Сегодня в гостях в приюте «Лохматая душа», телеканал «Россия». Приехали к нам интервью брать. «Лохматая душа» в Чеховском районе Подмосковья. Существует он исключительно благодаря пожертвованиям и работе волонтеров. Но сейчас средств не хватает даже на оплату коммунальных счетов. О людях с большим сердцем. Репортаж Алены Лавровой. Ну, этот красавчик. Белый с песочного цвета ушами пес покорил Власовых с первого взгляда. Как-то он прям запал, вот лапки у него такие, глазки такие прям. Назвали Сёмой. На приютского щенка в одночасье обрушилась лавина любви, теплоты, внимания. От такого и у человека ноги подкосятся. Чего говорить про собаку? Он еще не умеет на поводке. Ну, нет. Это маленькая победа, когда животное обретает семью и дом, говорят волонтеры. Раньше удавалось пристроить до 30 собак в месяц. Сейчас 5-6, не больше. В приюте уже 3000 питомцев. Только что родившиеся подкидыши, летние игрушки, когда-то любимые, но оставленные на даче. Старики, выставленные на улицу доживать свой век. Очень много подбрасывают. Привязывают злых собак, поломанных, к столбу. Выходишь и не знаешь, как эту собаку взять. Или в мороз. Поставили вот там малышей, они голые. Мы их достали, два погибших, два живых. Люди вообще звереют на глазах. Лохматой душе очень нужна поддержка. Денег на содержание приюта катастрофически не хватает. У нас сейчас огромные долги висят за стерилизацию, за лечение. У нас где-то около 1 200 000 где-то в общем. У нас долг висит. Нам делают в долг врачи. Корм для собак делают сами, рассказывают волонтеры. Год назад покупным отравились почти 200 животных. 17 не спасли. На пожертвования купили оборудование для производства сухого корма. Правда, пришлось сэкономить на некоторых станках. Еда получается на вид не очень аппетитная, зато качественная и полезная. Рыба, зерно дробленое, мясо, витамины. Все перемешивается, потом через экструдер при температуре 160 градусов.